Здрасте, здрасте, пройки, с вами опять. Друзья, Нижний Новгород на связи, морозненько, и сегодня мы продолжаем снимать обзоры по отдельным линейкам. Это большая просьба очень многих подписчиков, и у нас выпала такая возможность сегодня это сделать. Пока не начали. Давайте немножко это ЧСВ поднимем в Нижний Новгород. Смотрите, ребята, мальчик, как у нас выглядит. Не закрытый ничем. Да, видно, даже заинтерьерили немножко. Да, не то, что Икея Краснодар, фу-фу-фу. Икея Нижний Новгород, хорошо. Так, пойдем сначала матчасть. Мы будем снимать в трех локациях. Сначала вот этот раздел гостиная, потом будет отдельный интерьер и отдельно помещение, где все столы. Значит, для торб. Серия для гостиной. Сейчас, ребят, только белый, такой теплый белый, причем цвет очень похож на бубен с оттенком. Белый, который. Значит, у нас стеллаж, мы сейчас его покажем, стеклянные дверцы, вот ценники, самый дешевый элемент, и это придиванный столик стоит 7 тысяч. Сразу скажу, серия не дешевая, но она честно того стоит. Да, Юрьевич? Да, так, Юрьевич. Стеклянные панельные двери сейчас будут, шкаф-витрину с ними в другом месте, сервант. Вот я его на него ставлю. Тумба здесь, и это в других местах будут. Тут все видно, в принципе, не озвучиваю. Ну да, все видно. Все, погнали. Так, раз мы возле серванта, сервант 22 тысячи. Две открытых части, две закрытых части, одна открытая. Выдвижной ящик, Дим. Очень хорошая выдвигушка. Беззвучно, но без доводчика. То есть это дальше сами, руками. Здесь вот о чем я говорила, встроенные, да, то есть я вытащить не могу. Вот там можно, но требуется саморезики выкрутить. А руками я сломаю. Да. Металлические, очень красивые, состаренные, с патиной ручки. То есть, понимаете, здесь уже более дорогие элементы. А здесь используются петли с доводчиками. Здесь все плавного хода, другие окантовки. Даже тут заморочились и сделали это, не перфорацию, да? А смотри, какие штучки вместо чопиков. Мы вытащить можем? Ну, серия заборочена немножечко такая, да? Эстетическая. Даже вот эти вещи, да, направляющие, как красиво смотрятся. Хотя могли просто уголки зацепить. То есть здесь... Ну, дверь началась. Здесь массив. Смесь ДСП с массивом. Сама вся серия смесь ДСП и массива. Я слышу вас. Ура! Меня муж слышит. Только не ломайте больше. Продолжаем. Покрытие здесь покажем? Ну, или на другом? До покрытия мы дойдем. Почему я говорю, замороченная серия. У нее даже задняя часть, вот она выглядит как будто это вагонка такая, грубая. Она вдвойне плотнее, чем обычные задники у всех. То есть он даже сам по себе? Да, более плотный. И вставляется... Не гвоздями пробивается, а там, по-моему, это, если не изменяет память, она как в пазы вставляется. Пазы, да. И даже смотри, полочки, которые, в принципе, закрыты, и то. Как будто фрезерованные полочки, вот это края, кромка. Звук давай послушаем, как закрывается. Да, но она плавная. Ну, практически. Но она немножко подбитая уже. Ну, да, здесь что-то мешает, подожди. Да? Что-то задевает. Да, потому что вот это прям идеально доходит. Она с доводчиком. Ну да, с доводчиком, я тебе то, что говорю. Вот смотри. Она. Подожди, вот доводчик. Открой до конца. Вот пластиковая штукенция. Вот. Вот это. Да, она и является вот это. Доводилкой. Плавная доводилка. Раз, два, три. Опа. Так. Хорошо объясним, да? Да, раз, прям два. Эксперт. Так, дальше едем. Тумба под ТВ, три ящика. Размер 145, 49 на 45. Три ящика. Ну, смотри. Ящики тоже такого мягкого хода, не сильно шумные, но Вот оно, само. Доводчика нет. Выкатите кого? А вот сам саморезик, который держит саму направляющую рельс. Вот это? Да. Да. Если вы ее откроете, потом уже снять можно. Можно будет. Ящик снять. Очень, Дим, классное покрытие. То есть это покрыто также пленкой, обтянуто все это дело. Тихонько. Или краской. Нет, это полиэфирная краска, ребят. И оно, вот такое ощущение, глазурованное. Да. Вот такое жесткое глазурованное покрытие. Глазированное. Глазурованное? Да, глазурь. Точно? Не глазурь. В словарь не бегать, не ходить? Не надо. Ну, поверь, вот смотрите, она даже отражает. Вот что-то черное вот у нас на фоне стоит.
оно немножко вот даже отражает от комода. Что-то черное, это Таня. Нет, вот. А, шкаф. Да, а, смотри, еще вот на это, пожалуйста, обрати внимание. Вот этот выпил дополнительный. То есть, получается, она как бы на ногах стоит, да, на таком постаменте, типа подиума. Дает законченность вот за счет вот этих выпилов, вот этих боковых. Дим, то есть вот они, да, изюминки. Вот этот цельной выпил, который дополнительный. Ну, смотрю, если достоинств. Что-то мне вот этот не нравится соединение. Или оно до конца ее не закрутили? Когда собирали, либо же, да. Оно вот, видишь это? Сейчас я скажу слово, которое хейтеры не любят. Жиблое. Да, тут и глазурованные. Тут для них по такой почве для комментариев. Так, значит, мы показали сервант, мы показали тумбу под ТВ. Дим, вот здесь, кстати, очень хорошо видно. Сравни, пожалуйста. То есть вот это Кипина белый. Да, Кипина вы меня научили говорить. Это Кипина белый, да. А это вот он, под белё... То есть такой белёный. Даже оттенок. Белёный с оттенком. Заметный оттенок. Заметный в камере? Да. Заметно. У кого-то более молочный оттенок. Как Буддин очень хорошо. Вот Буддин белый с оттенком такой же. Так, сейчас мы перейдем немножечко попозже к витриночке. A few minutes later. Ну что, хватит нюхать. Невкусно. Так, сейчас мы будем снимать стеллаж и шкаф с глухими стеклянными дверцами. Вообще, фактически, ребятушки, это два стеллажа стоят рядом. И на один из них повесили дверочки. Стеллаж стоит 17 тысяч рублей. 96 на 2, 14. А можно объединять сколько угодно секций вместе. За счет чего, Дим? За счет верхнего, правильно, или фартук, или... Цоколя. 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 Да. Шипит жена. Цоколь. Это, так, это, наверное, единственная серия, которая имеет вот такое данное решение. Штуковочную. Да, и прям вообще огонь смотрится. То есть, если во всю длину делать... Да, можно, если сделать там всю стенку, даже библиотеку можно сделать, я представляю. И получается низ то же самое, да? То есть, вот боковушки вот эти не ставятся, да, вот эта боковушка не ставится сюда. А, так, полки все съемные, кроме одной, вот это ребро жесткости. По крайней мере, мы так выяснили, она прям вот жестко зафиксирована, остальные все съемные. Точно такие же выпилы, как и на серванте, то есть все вот эти моменты присутствуют. Дальше по дверям. Фактически подобные двери есть и у Билли. Также, да? Имеется плавное закрывание, уже имеется две, как это там, экспертная штучка называется у нас? Закорючка. Закрывашка. Закрывашка. Доводяшка. Доводяшка наша, доводчик. На дверь имеется две штуки. А, вот, кстати, то, что ты хотел заднюю стенку показать. Вот она, прям хорошая, полноценная. Очень плотная. И одевается она в пазы. Да. Так, мы сейчас перемещаемся из отдела. Кстати, дверь стоит 8 тысяч, но мы ее видели в начале. Так, и вот давай 200... не по теме немножко. Вот сколько сейчас Билли будет стоить? Он, ну, это потолще, чем Билли. Ну, вот такого размера? Да. От 12? От десятки вот, где-то. Может быть, белых. Я старею, но я уже... Вот раньше я дышал, лежал, у меня к Билли коричневого, где древесным оттенком. Угу. Сейчас почему-то я вот... Для торпчика. Да, да. Дом, да. Частный, каминчик, морюшко. Это ты в Анапу съездил на море, насиделся, вот теперь тебе на море хочется. Да. Пошли дальше в интерьер показывать шкафы. Значит, консольный стол, журнальный стол и придиванный стол. Ну, у меня все, обзор закончен. Давай начнем вот с этого. Я его так люблю, он такой красивый. А вот за счет этой изюминки, то, что она имеет стеклянную столешницу, и вниз можно положить даже сувенирчик, привезенный откуда-то издалека, и положить рядом с диваном, ну, это же журнальный столик. Превращается в целое произведение искусства. Сидеть и слюни жевать. Так, давай разбирать. Значит, размер 93 на 93. Белый и стекло 15 тысяч рублей. Высота, ребят, у него 51 сантиметр. Здесь у нас, значит, выдвижной такой ящик. Причем он лежит на основе, и его можно выдвинуть с двух сторон. Да, чтобы целиком не выдвигать. Очень классное решение. Это дизайнерский такой стол. А, дизайнер, кстати, Карина Бенгс, Швеция. И очень любят дизайнеров во многих интерьерах использовать. А я бы еще заморочился с LED-подсветкой. Ну, ты любишь такие вещи? Я бы из нее сделал трехмерный этот, как будто там колодец. Объемность. Делается из нее зеркальные тонировочки.
И по краям лет обклеивается лента, и оно получается 3D. Матерь Божья. Прикольно, но даже не представляю, как должно выглядеть. Стол на ногах. Опупенно будет. Опупенно? Ну, значит, покупаем стол, делаем опупенно. Стол на ногах и плюс внизу полка. То есть, по факту, он функциональный. Его можно использовать полноценно. Единственное, что, ну, в принципе, это же вырезы, да, леоторповские. По-другому никак. То есть, вот они все присутствуют. Вот тут, но они аккуратненькие. Не знаю, промазанные, даже боюсь сказать, герметиком. Прям так приличненько, да, все промазано. Это же краска, да? Это не пленка? Это полиэфирная краска. Ну, в общем, сделано добротно. Не придерешься. Так, даже я не могу докопаться. Консольный стол 14133x37. У него точно такой же, только здесь нет выдвижных ящиков. Хотя можно было бы, да? Нет. Нет, не надо? Мне не надо. Утяжеляет, да? Задняя стенка, нет, закрытая задняя стенка у него. И здесь полноценка. То есть, ну, не знаю, кто куда использует. Он очень узкий, компактный. Знаешь, что часто в спальне берут, если по размеру позволяют. У нас сегодня весь обзор на карочках. Так, и пойдем покажем придиванный стол. Он точно такой же. Ребята, он также со стеклом. И, кстати, вот на этом столе единственный предмет, который я могу перевернуть. Так, я надеюсь. Ага. Имейте, кстати, в виду, вот это никак не закреплено. А с другой стороны, хорошо. Можно сменить. Если кто-то заляпал, ее не тоже заменить, а почистить. И если разбили, можно заменить. Ну, пусть будет так. Так. Ахалай-махалай. Что у нас там внизу-то? И даже внизу она белая. Да ладно. Нифига себе, смотри. Здесь крепежи. Так, кто у нас делает? Ну, это мы увидим на складе, скорее всего. Нет. Вот, давай запишем. А там нет, она это маленький тикет. Словакия. Словакия. Да. Делают братья словаки. Братья болгары делают нам подносы, братья словаки делают леоторп. Вот здесь, очевидно, при сборке кто-то сильно даванул полку, и пошла такая трещинка. Покажи, пожалуйста, на чем все стыки, вот на каких металлических скобках, потому что больше возможности показать нигде не будут. Попал? Да. Все. Но это крепится столешница. Ну, показать. Чтобы... Мы... Наша задача какая? Просто так картинку люди на сайте увидят. Наша задача показать то, чего не видно на сайте. То, что нельзя увидеть. Когда ты даже сам в магазин прибежал, ты же не будешь вот так, покупая стол, вертеть? Я сразу знаю, какой будет один из первых комментариев. Какой? А какая кровать к этой серии больше всего подойдет? Хемнес. И шо, что? Сангисан. А что-нибудь из металлического? Mm-mm. Думаешь? Не, я не вижу. Можно так? Так как тут темновато, надеюсь, картинка будет более-менее читабельна. Я тоже на это надеюсь. Причем очень классный интерьер. Здесь несколько предметов не из серии Леоторп, которые очень классно сочетаются. А, значит, шкаф витрина Леоторп 30 тысяч рублей. Уважаемые покупатели, по указу губернатора Нижегородской области в регионе сохраняется особый режим. Можно говорить потихоньку. В стеклах три ячейки, стеклянных полок 1-2 и 2 деревянных. При этом деревянные полки используются как ребра жесткости в данном стеллаже. Это, ребят, прям полноценная витрина-витрина для красоты. Бардак и хлам этот шкаф не потерпит. Ну и покупать за 30 тысяч шкаф и его захламлять? Дим, сейчас ты упадешь? Не за что. Это глупо. Вот. Почему привела именно, Дим, в этот интерьер? Смотри, как классно сочетается. Будбин с оттенком белый. Ингольфы. Ну, это за счет фасадов она очень да, сочетается. Вот эти серии, они очень классно перекликаются. И вот именно этот интерьер – идеальное представление. Вот он уже сколько лет здесь стоит, и все пользуется актуальностью. И еще у нас остался у Леоторпа один предмет, который мы вам не осветили. И это нисколько не деревянный ящик, это верхний модуль Леоторп за 9 тысяч рублей. Вот он, потолочный арочный модуль. Дима, смотри. Они не просто стыкуются. Ну, там чопик, я смотрю. Они на чопиках. Да. Значит, потолочно-арочный модуль. Интересная конструкция. При этом, если вы хотите его повесить отдельно, у вас в любом случае будут вот такие боковые части. То есть они входят все в комплект. Так как здесь все это представлено в виде единой конструкции, да, условной стенки, как мы любим говорить в России, то это вот в такой законченный модуль. Полки под что угодно я используйте. Повторюсь, это... говорю, только за счет этой верхней части она смотрится на все деньги.
Ну, достойно, на самом деле. Если вот, она скажу, дешевле если, мальчо. Вот скажу, если даже в серию Хэмнес добавляли, или даже, пускай, в Бримнес, даже прямую полоску добавляли за отдельные бы, деньги, хотя. 500 рублей. Ну, я не думаю, что вот это так будет очень сильно дорого стоить. Если добавляли планочку, добавляя, делай окончательный такой вот штрих. Как такую вишенку на торте. Да. Получалась бы вот такая красота. Смотри, вот. Очень классно смотрится, очень достойно. И главное, у нас есть рум-тур у Альбины. Можете посмотреть. У нее много чего было из Леоторпа, плюс у нее в квартире Леоторп. То есть она эту серию безумно любит. Леоторп была раньше, ребят, серая, Леоторп был зеленый. Но сейчас в России остался только такой цвет. Хорошо, хоть белый оставили, а не зеленый нам. Вот такая классная линейка. У кого она есть, я уж встану прощаться, стой, надо. Вот, у кого... Пойдемте, я знаю, что еще хотела показать, потом попрощаемся. Смотри, вот такая полка Торн Викенд за 6000 рублей. Полка тоже под тарелки. Подходит. Она, да, очень классно подходит под Леоторп. Если вы Леоторпом комплектуете кухню-гостиную, как вот здесь, например, представлено. Имейте, пожалуйста, в виду. Так, мы перемещаемся куда-нибудь в светлый угол, чтобы прощалку вам сказать. А пишем мы «До свидания, друзья». Обзоры по линейкам мебели, они всегда небольшие, потому что мы показываем все нюансы. Сразу скажу, по Леоторпу ни одного брака за 10, почти 11 лет, как мы занимаемся доставкой IKEA, не было. Поэтому можно, в принципе, в спальню уложиться в 100-120 тысяч. Если уж кухню за 500, за 400 покупают, ребята. Ну да. А почему себя нельзя и порадовать и в спальне? Ну, если место позволяет. В общем, на самом деле, линейка достойна, выглядит классно. Я погуглила информацию, полиэфирная краска, она очень износостойкая. Она не дает трещин, не дает вот этих разрывов покрытий. Почему Хэмнес дешевле? За счет сучков, которые разваливаются. А здесь покрытие такое, что они что комментарии по сей день пишут, что на белом цвете проявляется желтый пятна. Они есть, потому что это сучок. В общем, у нас все. Пишите, как у вас эксплуатируется Леоторп. Хотите ли вы его, если у вас его еще нет? И давно ли вы им пользуетесь? А для нас это будет личный топчик. Да, нам понравилось точно. Мы к себе в кабиночку опустили.